На базе Дагестанского института развития образования начали работу курсы повышения квалификации для преподавателей религиозных учебных заведений республики. Инициатива принадлежит Министерству образования и науки республики и муфтияту Дагестана. Для максимального охвата учащихся недельные курсы проходят в двух потоках. Цель данного проекта – содействие возрождению традиционной отечественной богословской школы. По замыслу организаторов, вне зависимости от профиля, все педагоги и духовные наставники являются участниками единого образовательного пространства. Именно они несут ответственность за формирование образованного, воспитанного в патриотическом духе молодого человека. Мы понимаем с вами, религиозное образование имеет определенную специфику, но тем не менее мы являемся гражданами светского государства, государства, которое имеет законодательство, которое имеет стандарты. И важно, чтобы в своей деятельности религиозные учебные заведения также без проблем могли соблюдать эти требования. Наша главная цель – это повышение качества преподавания преподавателей в медресе. Значит, и с этой целью их будем изучать по их просьбе, по их предложениям, по соответствии программы, которую мы составили. Там есть и методика преподавания, там есть новые педагогические технологии, которые используются сейчас, прежде всего это информационно-коммуникативные, значит, технологии, там есть и законодательство в области образования, там есть и психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса.